А за что задержаны? Ну, сказали, что я в мошенство. Где совершили? Да, в Азербайджане. В настоящее время имеете регистрацию на территории Иркутской области? Да. Где? Ну, Байкальская, 238, комната 3028. Что это за место? Ну, я поступил здесь, в Байкальский государственный университет, магистратуру. И это, там меня регистрировали. Там что находится? Квартира? Общежитие. Общежитие? Да. Как давно находитесь на территории Иркутской области? 2 года уже. Больше 2 года, немножко больше. Вину в совершении преступления признаете? Нет.